Новосибирская область стала первой площадкой реализации всероссийского проекта «Научись спасать жизнь». Именно в нашем городе педагоги, медики, специалисты ПГУ и ЧС из 10 регионов Сибирского федерального округа прошли 40-часовой курс обучения, чтобы стать сертифицированными инструкторами по оказанию первой помощи. Инициатор проекта, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу, приехала в Новосибирск, чтобы вручить сертификаты первым инструкторам. Я очень рада, что такое внимание этот проект получил в Сибири. Очень надеюсь, что этот первый шаг позволит сделать нашу жизнь гораздо более комфортной, спокойной и безопасной. Спасибо вам большое. Новосибирская область не случайно стала главной площадкой проекта. Здесь прекрасно понимают, насколько важно, чтобы каждый человек умел оказать первую помощь себе или окружающим в экстренной ситуации. Много лет назад такая обучающая практика была во всех учебных заведениях и на предприятиях. Теперь региональные власти будут ее возрождать. Для этого внесут изменения в нормативные акты областных министерств здравоохранения и образования. Изменения, которые прорегламентируют дальнейшую нашу работу по подготовке, прежде всего, инструкторов, которые будут проводить, а потом уже вся работа инструкторов по подготовке самих ребят в школах, в вузах там, и так далее, на предприятиях. Первые 100 инструкторов из 10 регионов Сибири – это только начало, объясняют координаторы проекта. Передовые методики в области комплексной защиты населения будут активно внедряться по всей стране. А Новосибирская область должна стать ключевой площадкой подготовки специалистов. Мы надеемся на такую широкомасштабную акцию тысячи подготовленных инструкторов, которые, в свою очередь, будут не просто оказывать помощь, но и расширять этот круг инструкторов. Сверхзадача проекта – добиться, чтобы через 5-10 лет каждый житель страны умел не растеряться в чрезвычайной ситуации и оказать первую помощь пострадавшему до приезда медиков и спасателей. По статистике, каждый четвертый смертельный случай является следствием того, что человеку не помогли в первые секунды. Так что такие знания и умения лишними ни для кого не будут.